the U.S. Embassy in Belarus and the U.S. government for the tragic death of Pavlo Sheremet. And we want to honor his work. We want to take note of his journalistic integrity, his skill as a writer, and his work to support democracy wherever he worked. And we deeply regret this tragic death, but we wanted to honor his life and work. На огул нема таких слов, якими можна було б виказати тоє горе, яке спостигло нашу країну, Павла, його сім'ю, усіх нас, сябру. Я думаю, що буде гореть земля ще під ногами тих і не одночих, хто пішов на таке нечеловече злочинство. Ну, а тобі, Павел, нехай наша родна земелька буде пухом. Я потерял человека, который очень твердо стоял на ногах. Человека, который очень сильный был. Сколько ему пришлось перенести, сколько ему пришлось отсидеть, сколько ему пришлось потерять друзей, Диму Завадского. Его сегодня тоже надо вспомнить. Я надеюсь, они там встретятся. Вот. И тем не менее, он жил, он боролся, он не сошел с этого пути.